Добрый день, дорогие болельщики! Меня зовут Евгений Андреев, я либеро волейбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург». Сегодня я покажу вам примерный, но далеко не полный комплекс упражнений для качественной подготовки к тренировке. Все из них выполняются в динамическом режиме. Выбирайте амплитуду, скорость, количество повторений, комфортное для вас. Наша разминка длится от 10 до 12 минут. Первое упражнение. Мы ложимся на спину, подтягиваем ноги к груди с захватом голени. Тем самым мы будем растягивать мышцы бедер и ягодиц. Второе. Не меняя положение, колени согнуты, стопы находятся на полу. Делаем круговые вращения прямыми руками. Затем разноименные и повороты предплечья. Третье. Подъем прямой ногой вверх, в динамике, растягивая мышцы бедер и отведение прямой ногой в сторону, задействуем при этом мышцы ягодиц. Четвертое. Скручиваем для спины. Это упражнение повышает гибкость позвоночника и улучшает тонус всей нервной системы. Пятое. В этом упражнении мы улучшаем подвижность тазобедренных суставов, вытягивая мышцы рук, спины и мышцы бедер. Упражнение кошка. Разминая мышцы, ответственные за разгибание и сгибание спины. Седьмое. Упражнение выпад вперед с интенсивным скручиванием спины. Мобилизует основные группы мышц, повышает пульс и готовимся к более интенсивной работе. Надеюсь, вам понравился наш комплекс упражнений. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы, берегите себя.